В преддверии окончания работы многопрофильного воспитательно-оздоровительного лагеря «Радуга» в Центре молодежного творчества прошел грандиозный финальный концерт – конкурс «Мисс Радуга». Артистичность, грация, креативность, обаяние, очарование – это все не просто слова. Это качества, которыми обладают все участницы конкурса. Вместе с тем, это и его номинации. Нельзя сказать, что главной из них является «Мисс Радуга», ведь тогда обесценивается труд, упорство и много стараний конкурсанток и их отрядов, взявших другие номинации. Также ребята приняли участие в проекте «100 идей для Беларуси». На финальном концерте дети представляли свои проекты в различных номинациях. Энергетика, промышленные и строительные технологии, био- и наноиндустрия и многое другое. Все эти конкурсы, задания, экскурсии абсолютно точно позволили ребятам раскрыть в себе новые таланты и обогатиться как интеллектуально, так и духовно, что очень здорово. Вместо того, чтобы дома, может быть, пропускать целый месяц лета, лучше где-нибудь оздоровиться, повеселиться, позаниматься спортом, позаниматься любимым делом, там, например, попеть, потанцевать, там еще порисовать, у кого какой профиль. И просто познакомиться с какими-то новыми ребятами. Это намного лучше, чем просто сидеть дома и смотреть телевизор. Мне участие дает то, что я не стесняюсь больших скоплений народа. Я становлюсь более уверенной. Мне нравится очень часто. Я общаюсь с другими отрядами, с девочками разными, знакомлюсь, завожу новые знакомства. Я очень буду скучать по этому лагерю летом. Это Саша 2 месяца. И я очень хочу пойти сюда в следующем году. Уже более 10 лет детский лагерь «Радуга» ведет свою успешную работу, а доказательством этому являются дети, которые из года в год возвращаются летом в родные стены Центра молодежного творчества. Потому что они так хотят, потому что в лагере круче, чем просто скучать дома, потому что их каждый день, проведенный там, яркий и совсем не похож на предыдущий. Мне даже очень не хочется, чтобы смена заканчивалась, хочется, чтобы она продлилась все лето. Девочками подружились. Нравится то, что у нас как бы есть свобода творчества, у нас много творческих конкурсов. Это как бы дает раскрыть человека. Мне кажется, у меня появился как бы новый талант танцевать. 120 ребят из учреждения образования Брестский государственный областной центр молодежного творчества весь этот месяц отдыхали, знакомились с новыми друзьями, обучались, веселились, путешествовали и открывали себя в новых увлечениях под девизом «Здорово, здорово, полезно и дружно». Залог успеха лагеря «Радуга» среди детей – это неуемная креативность его воспитателей. Даже в этом непростом из-за эпидемиологической обстановки году они со смекалкой подошли к организации программы ежегодного досуга детей. В рамках реализации проекта «Каблюбить Беларусь нашумила» у Треба у разных краях побывать, ребята ежегодно погружались в интересное путешествие по разным странам и континентам. Мы решили в лагере за 18 дней смены побывать в 18 разных странах. У нас была это и Австрия, где у нас был концерт классической музыки Венской классической школы. Это была Италия, когда мы строили большие города из картонных коробок, это была архитектура. Это была Африка. Мы рисовали татуаж. Насыщенный событиями и путешествиями по разным странам, месяц для ребят закончился мероприятиями в рамках патриотической акции «Беларусь военная». Все воспитанники лагеря не только побывали на обзорной экскурсии в Брестской крепости, но и посетили уникальный передвижной музей «Поезд Победы». Когда мы шли на вот этот «Поезд Победы», мы каждый отряд пропускали через себя. То есть объясняли: ребята, внимательно слушайте, что говорит ваш гид, видеогид, где вот в наушниках что там будут говорить. Запоминайте, спрашивайте, смотрите на такие вещи, как вот форма одежды, знаки различия. Они ведь уникальны, потому что их нигде не встретишь. И не только «Поезд Победы» делает детей вот интереснее, богаче в нравственном плане. Ведь мы заказали у нас в Бресте драматический театр, оркестр. Драматический театр для нас подготовил целую программу. И они рассказывали, это как раз у нас была Австрия, вот что такое симфония, что такое опера, и какой инструмент в оркестре есть, как он звучит, для чего. Алена Миневич, Александр Воронин, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.